Каким транспортом вы чаще всего пользуетесь? Автобусом и метро. Метро. Метро отбираем. Дерли автобус заем, чекаем. Метро клей. В основном метро, автобус. На метро. Вақтым сәл кәмірау болса, машинадан шетаман, агер де вақтым бемалырау болса, автобус. Асоса автобус, базы халатларды, шашыншы халатларды, такси, яндексін файдаланды. Ерталаплары вот, автобусды бораман, институтке кірштанам алдын тәйірләнгем, автобусылады юрардым, жүдеген пик болады ерталаплары, білсейлі керей, жүдеген нақылайлыйлы тұғдырады. Такси машинадан көрі автобусылы яқшыды, қазір. Уж метро ем, чәлі суды. Часто пользуюсь метро. Мне так удобно. Потому что это удобно, и там людей поменьше. Ну и в любую точку можно добраться быстро, без пробок. Метро очень быстрый транспорт и доступный. И автобус тоже очень комфортный. Метро тез барады. И метро да чуныш осам оян, да, Ташкенте. Автобус нолтан эш, чыкы бермеген узе. А какой из них, по вашему мнению, удобнее? Я думаю, автобус, потому что там иногда некоторых людей меньше. А в основном метро очень полный и очень много людей там. Сейчас новые вагоны, там есть кондиционер. Это быстро. Автобусы, они более забиты и могут застрять в пробке. Автобус, базы холотлары кулей, базы холотлары тыкалыныч бусал, вот та кенчали улады. А хотели бы вы ездить на такси? Ну, да, хотелось бы. А кому не хотелось бы? На такси нет, нет. Потому что эти пробки, это ужасно просто. На такси и на метро по времени то же самое выходит. Да, кем холем и такси держишь? Конечно. Такси до Юргем келады. Ну, иногда таксиям некомфортно, но кулей, чунки иртала бабыргем пик болады, хамаджой. Карапты. Холесам, что такси да или да автобус да, фархио. Албатта, чунки такси метро да на тези ворот, да? Ha, lekin qimmat kech qilamiz ba'zi holatlarda. Yaynada pользуюсь такси, когда очень срочно. Такси недорого сейчас. На такси ездить каждый раз, это, я думаю, слишком накладно будет. Есть Яндекс Плюс, но все-таки с плюсом, со скидкой, чтобы дойти с дома до работы 45 тысяч. Лучше я это потрачу на обед. А в чем, по-вашему, преимущество такси над общественным транспортом? Быстро, оперативно, удобно. Из двери в дверь довозит. То есть не нужно идти от остановки. Такси да юрсез, бо хам озиза вахти зам озизге калада и хам кулей. И бу нака сыкта мамча копро машине да юрген ахшарама дима. Такси намного комфортнее. Вы такси едете либо один, либо с теми, кто вы знаете. Никто не бьет по вашим ногам, никто не орет. Очень быстрый, доступный, но иногда относительно дорогой. Asosan shu shoshilinch holatlarda kina men taksini foydalanaman. Tezkorlik uchun, qulaylik uchun, ishning tagiga olib borgani uchun. Bolalar bilan oson ancha. А хотели бы в будущем обзавестись своей машиной? Да, почти 60% накопил. Нет, тоже нет. Лучше метро. Ничего нету. Да, хохлиман шуна харакат дерма оза. Уже машина очень албатта стардым, несбиса, кинчелек. Конечно, абсолютно. Да, жүдейм хоқлиман. Бабыргем өзіні шақси автомобилі бөгені құлайыра, чем остановкада 20-30 минут автобус күтіп тұргеннан көрі кечке барып, оқышыге, ішіге. Нет. Ну, во-первых, я уже старый человек. Во-вторых, машин очень много, поток очень плотный, двигаться тяжело, потому что я-то в молодости ездил много. Сейчас очень сопряжено с большими трудностями, даже риском. Я думаю, в дальнейшем осуществлю эту мечту и уже обзаведу собственным автомобилем.